Крем для тела из нефти. Последние исследования показали, что сырье, которое добывается в Югре, пригодно для использования в косметологии. Сейчас идет подготовка к сертификации, и вполне возможно, в ближайшее время продукт появится на прилавках. В лаборатории побывала Мария Бондаренко. Лечебные свойства черного золота известны давно. Самые крупные нафтеновые месторождения находятся в Азербайджане, в городе Нафталан. Такие участки нашли и в Югре. Именно эту нефть можно использовать в косметологии и медицине. В процессе исследований и проведения опытных работ были выделены масла, аналогичные по своим характеристикам нафталанским. Нефть проходит несколько стадий обработки. Прежде удаляют вредные компоненты. Из исходной водонефтяной эмульсии мы удаляем воду с получением обезвоженной нефти, которую далее мы подвергаем процессу дистилляции, то есть разгонки, разделением на фракции с получением двух групп компонентов. После дистилляции и вакуума полезное объединяют. Тем временем в соседней лаборатории уже проходит этап очистки. Для этого в помещении стоит аппарат, в котором есть специальный сорбент. Именно он, как губка, впитывает остаточные ненужные компоненты. Именно в этой лаборатории происходит последний этап создания минерального нафтенового масла. Вот из такой объединенной субстанции получается прозрачный итоговый продукт. Далее нефть разбавляют петролейным эфиром. Чтобы вязкость его уменьшить, разбавляется он до вот такого состояния, после чего уже анализируется на данной колонке, то есть фильтруется. Чтобы увидеть границу полезной и вредной частей, используют ультрафиолетовую лампу. И вот продукт готов. Нафтеновое масло можно использовать для красоты и здоровья недры самой планеты. Мария Бондаренко, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.